Первый момент. Никто никогда вам не даст просто так зайти и взять вас за руки. Как правило, атака начинается еще со стороны. То есть вас пытаются, стой, чуть обойти, зафиксировать одну руку, обойти, зафиксировать вторую руку для чего-то. То есть это либо пойдет атака в спину, либо пойдет просто сдергивание вниз. Вариация на самом деле масса. Два примера показал. Но никто просто так не даст вам зайти, взять за руку и начать что-то делать. Он в своем уме, чтобы ему ничего не оторвали. Поэтому смотрите, я начинаю натекать на партнера, я окей. Чуть-чуть со стороны, он не знает, кто я такой. Возможно, я работаю с ноги. Возможно, я борец и буду проходить ему в ноги. Возможно, я боксирую и буду финтом его накрывать. Он этого не знает. Я не знаю, кто он. И в момент, когда я подхожу, я в принципе начинаю определять по его моторике, по его осанке, по его взгляду, по заломанности носа, по заломанности ушей, по венам на руках, по мускулам, кто это такой передо мной. Это все считывается в одно мгновение. Мы подошли, бамс, картинка снялась. Вот в момент, когда я подхожу, я начинаю его определять, он меня начинает определять. И он выбрасывает первый контрольный удар в меня. Если я на него не отреагирую, он пробивает и кладет меня. На этом все закончится. Я подхватываю это движение, не рублю его блоком, присматриваюсь и пытаюсь эту руку опустить вниз. Руку опускаю вниз для того, чтобы можно было со второй руки накатить в него. Он эту руку тоже опускает. Потому что, смотрите, я опускаю его руку, опускаю свою. И в этот момент он может со второй руки начать ходить меня. Теперь работа в руке продолжается. Он начинает двигаться в меня, я не блокирую руку, а начинаю втекать. Ухожу. Ухожу в этот момент. Он начинает разворачиваться и подает мне вторую руку. Вот у вас сейчас будет вот такой выход на Ушира Рио Кантата Дори. Понятно? Сейчас вы видите вот так. Так, ты сможешь переработать руку? Партнер натекает. Я не знаю, кто такой. Я руку стою. В момент прохождения курицы, то есть некой виртуальной плоскости передо мной, скажем, она оканчивается на длине моей руки. Я выбрасываю руку, пытаюсь атаковать его в зону виска. Очень нехороший удар, запрещенный удар. Пытаюсь атаковать его в область плеча, в область шеи, в область брюха, в область носа, в область глаз. Неважно. Но я выбрасываю руку. Если он никуда не ушел, я ударю, закончусь здесь. Он это знает. Он подхватывает руку, начинает ее опускать. Теперь смотрите, если он эту руку опустит, он меня ударит. Хорошо, возвращайся. И в момент, когда он руку начинает опускать, я шагаю вперед, показываю атаку в него. Дальше. Он уходит от атаки. В этот момент у него здесь открывается пустота, я в нее вхожу. Но вхожу не просто так. Я локтем начинаю показывать движение в него, атакующее, чтобы он начал смещаться дальше. И подаю руку снизу, так, как будто я хочу отсюда еще. Атаковать зону паха. Он эту руку подкладывает. Вот вам нужно будет выйти. Вот на этот уровень сейчас. Понятно? Пробуем.